Можно, конечно, по наитию снимать кино. Можно снимать кино, наверное, имея в виду собственную насмотренность, начитанность там, и так далее, но в принципе это все-таки профессия. То есть умение работать с артистом, там во многих работах видно, что слабоватые, ну и так далее. Но в принципе, это, повторю, это, в общем, знаете, по большому счету, по уровню не отличается от работ студентов, как бы, ГИКа или еще кого-то, на, ну, там, не всех, наверное, но в массе своей. Это, в общем, ну, как-то очень привлекает и вызывает уважение. Поэтому я понимаю, что, в отличие от многих профессионалов, это неравнодушные люди. И вот это самое ценное, на мой взгляд, во всей этой затее. И начинаем мы церемонию награждения с вручения приза за лучшую операторскую работу. Приз вручает Федор Ляс. Алексей Шарчинский. Приз за лучший сценарий получает картина «Компот из вишни с косточками». Лучшая режиссерская работа. «Красная коробка». Гран-при получает фильм «Режим ограниченной функциональности». Надеюсь, добро пожаловать в «Метрополис 2012». Сказал нам один из продюсеров, в мире снимается 10 тысяч фильмов ежегодно. И самое главное, что для себя открыли новые начинающие кинематографисты, то, что они нахрен никому не нужны. И все, что они могут попытаться сделать в этом мире, это пробиться самим. При такой чудовищной конкуренции, которая царит в кинематографе российском и мировом, это будет очень тяжело. Тем не менее, это совсем ничего не значит, потому что люди совершенно очевидно творческие, яркие, и где бы они ни нашли себя, это будет здорово, это будет прекрасно. И этот фестиваль, чем бы они ни занимались, запомнится им очень надолго. Всего хорошего. Ты нахрен никому не нужен, иди из кадра моего. Каждый день я ложился спать в 4 часа ночи, потому что я монтировал каждый день видеоблог. Для вас, вы бы хоть комментировали, с***.